Добрый вечер, уважаемые любители хоккея. Здравствуйте. Снова мы с вами на Нефтехим арене, где сегодня встречаются Нефтехимик Нижнекамск и Северсталь Череповец. Проброса не будет. И хорошо, Шиксадаров сейчас может 1-1, и гол, счет открыт, 1-0. Смотрим повтор этого момента. Ну и здесь следует отметить Павла Куликова, который связал борьбой двух, а то и трех игроков гостей, увел их левее, оставив свободную зону для Эльдара Шиксадарова. Бросают шайбу нефтехимики в зону гостей. Тут Волгин наверняка закроет, да, Бордак. А теперь 2 в 1. Возможен выход. Он и происходит. Сергеев. Бросок и 1-1. Волгин здесь, получается, обрезался, да. Не стал давать передачу Монахов. Бросил сам. Здорово. На неудобной для вратаря высоте, как говорят в таких случаях, над щитком. Через защитника тут Митчелл. Митчелл. Порядин. Митчелл и бросает. Митчелл и гол. Это гол, да. Передачи. 2-1. Нижнекамцы выходят вперед. Снова ускоряется игрок Северстали. Опасно! И 2-2. Безалаберная, скажем, прямо игра в защите у нефтехимика. Был ведь звоночек уже один. Была же такая же ситуация. Барулин, конечно, выехал далеко, потерял ворота. Молодой Егор Чижиков, воспитанник Череповецкой школы хоккея. 2001 года рождения парень. 3 в 2, возможно, контратака. Ну, может быть, и позиционно она перетечет. Да. Расположили сразу нижнекамцы. Бросок и гол. Да, прямым броском. Нет. Судья-информатор по стадиону объявляет, что забросил Закари Митчелл. А значит, это дубль. Не стал бросать Мёрфи, хотя выкатился на хорошую позицию. Мёрфи. Бросок и гол. Это повтор этого момента. Да, может быть, даже пустое ближний угол, какое-то там место в ближнем углу. Заметил Павел Порядин, может быть, даже и не от ноги. Митчелл. Хорошо, и бросок. Мимо. А так все классно было разыграно. Не было возможности, конечно, у Павла Порядина получить шайбу. Бросок и гол. Повтор момента. Уайт, хорошая передача. И бросок. Контратака, возможно, Берглунд. Хайруллин подключается. Подключает Мёрфи. Бросок, гол. Райан Мёрфи, 6-2. Да, Берглунд. Отметить следует Хайруллина. Хайруллина следует отметить, да. Ну и не выручил Рафаэль Хакимов. Трубачев. Бросок с синей линии и гол. И это гол, да. С этой позиции как будто там рядом с вратарем находился хоккеист гостей. Бросок отражает. Да, похоже, было движение ногой от Юрия Трубачева. Угу. Да, было движение ногой. Точнее, удар по шайбе ногой. И гола нет. И на этом домашняя серия заканчивается. Ну, если нефтехимик не попадает в плей-офф, тогда и это повтор момента к
когда Якуб Бергунд атаковал ворота Шугаева. Шугаев снова надежный. Ну и все. Будет удаление, да, сейчас. Но и сирена прозвучала. Матч закончен со счетом 6-2. Нижнекамцы победили в этой игре.